Сжигать сухую траву и разводить костры в полях, не обеспечив предварительное соблюдение техники безопасности, в России отныне запрещено. Это решение правительства. Опубликовано на сегодня и уже вступило в силу. Теперь нельзя будет, как раньше, при помощи огня очищать сельхозугодия от остатков соломы, например. Информация это касается не только фермеров, а всех живущих или пребывающих в сельской местности, включая дачников. Нельзя будет сжигать хворост, срубленные ветки и деревья, а также горючие материалы вблизи дорог, мостов, в местах, где проходят трубопроводы. Запрещено оставлять сухостойные деревья и кустарники. Все эти меры приняты, чтобы уменьшить риск природных пожаров, причиной которых часто становится именно бесконтрольное сжигание травы. Так, минувшей весной и летом леса полыхали в Сибири и Забайкалье. В одной только Хакасии от огня пострадали 40 поселков, жилья лишились тысячи людей.